на лук и пингвин высеваю за от 85 до 95 дней до сбора урожая. Растение обладает устойчивостью к комплексу болезней. При посеве семенами лук и пингвин за один сезон формируют плоды отличной округлой формы, массой от 120 до 150 грамм. Окраска чешуи спелых луковиц имеет коричнево-бронзовый цвет, внутренние – белого цвета. Вкус плодов имеет полуострые нотки. Урожайность сорта составляет около от 3 до 4 кг, кв, м, пригоден для использования в свежем виде, переработки и длительного хранения, до полугода. Лук репчатый пингвин – это травянистые. Лук репчатый пингвин имеет среднеспелый срок созревания. Плоды имеют массу от 50 до 200 грамм. Форма у плода удлиненно-овальная. Вкус полуострый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.